Хейо, гейсамушники, мы продолжаем родить игру под названием Рейджи. Так, нам нужен какой-то квасир, как я понял, да? Это здесь квасир? Отшельник. И это вот водяной сток. По идее, где-то здесь должен жить он. Квасир. Жени. Люди часто исчезают в этих местах. Стоит привлечь внимание правительства, и считай, тебя уже нет. Как будто и не было. Это все уже неинтересно. Покрит, а ну-ка. Слыхал о филтрите? Редчайшая штука в пустоши. А ну-ка, давай-давай. Вроде бы он принесен астероидом. Не знаю, так ли это, но если найдешь филтрит, сможешь выгодно его продать. А, продать. Где? У кого? Так, давайте отшельника искать. О, это ты. Да-да, это ты, это ты. Нет. 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 Повторяемся, да? Ладно, погнали там, где у нас загоночки. Внимание! Спонсорская пыльная 8 открыта! Всеми любимое событие! Таких запчастей нигде не найдешь. Олив. По идее, он должен быть же здесь где-то. Может, здесь? Посмотришь на мои товары? О. Что у тебя по товару? Есть эксклюзивные вещи. Хера у меня бабла? Схема робота-стражем. Создайте улучшение робота-стража, самоуходящего и самостреляющего. Так. Схема турели. Создайте турель, которая обстреливает все движущие объекты в зоне поражения. Такая типа... Дыш-дыш. Так, взрывчатка, да? Давайте робота-стража куплю. Легкая броня дополнение для доспеха, который у вас уже есть. Ну, давайте броню возьмем. Средняя броня. Что мне по патронам? Ладно, плевать. Что мне по патронам? Продажа. Продать. Стоит ли продавать это? Даже не знаю. Доброго дня. Доброго. Так, стоять. Я знаю, что я сделаю. Посмотришь на мои товары? А, давай. Всё самое лучшее. У меня 44, мне нужны боеприпасы. У тебя есть? Есть. Бац. И на дробь купим. Приятно иметь с тобой всё. Дело. Так, а мужика я все равно этого что-то не нахожу. Все еще какие-то у нас недоступные локации. Приветствую. Короче, классно. Я потерял. О, Айден. Говорят, возле мертвого города стали пропадать люди. Опасное место. Друг, держись от него подальше. Хорошо. Мне стало известно, что некоторые из вас не утилизируют мусор. Напоминаю, что запрещается... Где Шелин? Где этот бомж? Ну, отправьтесь на северо-запад к ущелью Квасир. Я не знаю, что это, как, похоже, это опасная штука. На севере живет один отшельник, старый Квасир. Отвези этот образец ему. Отвези. А я в городе ищу. Классно. Я пропал. Меня нету на камере, все.
Остановите на машине предмет быстрого использования, прежде чем. Так, если ваш транспорт заперли. Так, давайте инженерию создай. Заходим. Может, робота-стража создать? Почему бы нет? Почему бы и нет? Блин, видите, здесь используются просто две одинаковые вещи моих. Так. Ух, черт. А у меня с прочностью херня в машинке. А доедем, посмотрим. Тогда едем без сражений. А, так все равно, да, мне награду дают. Не хочу, не. Не хочу, не буду. Разве я еду не в одно и то же место? Осталось стрелять, патронов вообще мало. Там мне уже и машина скоро сама уже крантык будет ей. Да, нужно быть поосторожней. Что мне делать? У меня патронов нет. Пять, шесть. Да ладно, я знаю, что мало пуль. Что? А, так ты по поручению Клейтона. Ну хорошо, подожди. А я посмотрю, что мэр на тебя повесил. Давай, давай. Заходи, блин. Руки держи. Руки держи по швам. Квасир Лаб. А то есть себя вообще почти полностью, да? Механизированного сделал. Ну, посмотрим, что там у тебя. Положи на стойку, посмотрим, что так напугало Клейтона. Ты инвалид? Доктор Октавиус. Интересно. Филтрит. Отлично. Нужно провести опыты. Ты подождешь? Ну ты... Ты тоже весьма интересен. Чем-то ты не похож на других. У тебя робот. Стоит на тебя взглянуть поближе. У тебя робот. Интересно. И даже очень. В
все эти маленькие компьютеры у тебя внутри. В смысле? Тайны, тайны. А, у каждого я понял, есть чем. Маленький секрет, а ты сам большая загадка. Я давно не встречал таких, как ты, с тех пор, как не работаю на правительство. Не представляешь, как тебе повезло, что ты еще не попался правительству. Если тебя поймают, и у тебя не будет того, что им нужно, ты труп. Ты принадлежишь старому миру, а не их новому. Конечно, есть люди, которые восстают, но их мало. Это сопротивление. Не то чтобы я их знаю, просто они существуют. Маленькие группки борцов. И может быть, только может быть, ты это им поможешь. Давай ты быстрее. Смог выжить здесь. Твои навыки стоят внимания. Но этот стандартный дефибриллятор не позволит тебе долго продержаться против армии правительства. Я мог бы улучшить его. Давай. С ним ты продержишься гораздо дольше, но надо будет кое-что предпринять. Давай. Видишь ли, того, что нужно, у меня здесь нет. У меня есть. Но его можно найти в мертвом городе. Хорошо. Он так назван не зря, сам увидишь. В центре города больница, где я имел честь работать, пока не стал очевиден зловещий характер тамошних опытов. Всего, что там творилось, я не видел, но слухи доходили. Теперь город окружен огромной стеной и полон живых напоминаний об этих ужасах. Твой путь и так будет труден, но без улучшенного дефибриллятора ты не протянешь и недели. Боюсь, у тебя нет выбора. А, деталь для дефибриллятора. Скоро ты поймешь, что мертвый город не зря получил свое имя. В его центре находится больница, и я работал в ней. До тех пор, пока не стали твориться странные дела. Всех этих экспериментов я видел, но до меня доходили кое-какие слухи. А потом вокруг города построили стены, и теперь пробраться в него можно только по каналам, которые начинаются за пределами города. В больнице можно найти улучшение для дефибриллятора. Если вернешься в добром здравии, я установлю его тебе. Больница находится в центре города. Проберись в подвал. Ищи все, что связано с проектом Ковчег. Только там можно найти то, что нужно. Да, чуть не забыл. Единственный путь в город – канализация, выведенная за стены. Всех благ. Я, короче, так подумал, давай, я сейчас, короче, завершу, конечно, серию на этом. Могу здесь сохраниться, могу. Закончу здесь, короче, серию, потому что я уже устал играть. А только 13 минут прошло серия. Ну и потом, если что, соединю, да, там. Да-да-дам, слепочка. И считайте, продолжение будет серии. Поэтому, как-то так. Хей, игнорирует, да, короче, я продолжаю. Рейджик нужно допройти уже, ну хотя бы до конца этой серии, потому что я уже записываю Devil May Cry. Иди уже, найди эту штуку, пока я изучаю твой образец. Добро. Не знаю, мне кажется, ну у нас в принципе сколько сейчас, 17 минут есть. Если, я надеюсь, мы же недалеко уехали от начала вообще вот локации. Мне нужно за 17 минут хотя бы еще выполнить один квест какой-нибудь. В канализации мы с вами лазить не будем, мы пойдем чисто по сюжету, потому что я не вижу смысла идти по землю. Там максимум можно заработать, это вот эти шмотки за кучки дерьма. И то там враги постоянно появляются заново. А какой интерес мне заново убивать тех же врагов, которых я уже убивал. Так. Я это хотел. Камера. Камера, походу, без FPS норма выдают. Значит, все окей. Полетели. Так, стоять. По инвентарю у нас что?
Мне не нравится то, что у меня здесь как бы задержка все равно есть маленькая. Типа вернись, вернись. Я не хочу, чтобы мне потом мешали, когда буду сейчас на машине. У меня что, машина горит? А почему у меня двигатель горит? Все, походу нормально. Так, теперь нам нужно чисто валить, потому что у нас с вами патронов даже нету. Максимально валим. Максимально валим. Мысли. Я не буду с этими типчиками драться. А я тогда тихо. Да заебись, здесь у меня мало бронечка. Куда мне ехать? Я не могу понять, куда мне идти. А, пешочком. Можно фрезы? О, я одного уничтожил. Фрезы? Зачем мне фрезы? Боже, у меня даже в этом... День. А, перезапустить надо. Все, окей. Нахер меня дудосить, все. Хранить. Не дудосьте меня. Фрезы сраны. Не, с одной стороны, скорее всего, понимаю, из-за чего у меня фрезы. У меня сейчас там видосики и все такое, короче, на заднем плане. Так. Мертвый город. Триц. Ну, денег у нас с вами много, поэтому я не думаю, что будет какие-то проблемы. Деньги. Патроны. Патроны. Так, вызовите эвакуатор в пустошах, и ваш транспорт заодно починят бесплатно. А как мне вызвать? Точно, может, нужно было вызвать, чтобы мне хотя бы тачку починили. Так, используйте роботов и турели в бою. Так, помощь не помешает. Турельку, если босс будет сильный. Так. О, да, смотрите, черепа даются. Миссия. Найдите мертвого города, так, больницу. Дать квасиру время. Квасиру. Отвести образец фильтры, так, квасиру. Ну, нам нужно этот с вами сделать. О, да, смотрите, сейчас более-менее, ну, плавно. Ладно, такое. Да, графон, конечно, страдает. Походу, это место с одними мутантами. Хорошо, что
что я закупился? О, башку как размазал. Да, нужно, короче, ходить с дробовиком. Давай, давай, давай. Бля, этот пожестче. Или пистолет юзать. Ой-ой-ой. Буду пистолет использовать. Мне кажется, там что-то есть. Ну, туда попасть не могу. Тут ничего не валяется. Перехода никакого тоже, да, нету? Дробовик, дробовик, дробовик. По звукам эта махина где-то здесь. Вау! Напугала меня. Не, там замкнутые. О! Вот и патроны нашлись. Чёртовы пещеры. Ни хрена себе, там камешки летают. Бесит, что здесь карты нету. Блин, да, всё-таки графон. Не, давайте я, наверное, вернусь. Просто... Мне минус глаза. Нафиг надо. Это мне что такое причёсывается, что я сейчас выйду, и мне все равно будут минус глаза. Ну... Ни туда, ни сюда. Большой промежуток. Очень большая открытая зона. А можно... Я понял. А, я понял. Сейчас бы и даже не попадать по ним. GG. Минус жизнь. Хранить. Ой-ой-ой. Снайперка, снайперка, снайперка. Мне кажется, он пока меня не атакует, пока я не выйду куда-то. Поэтому буду наваливать. А если давай во второй глаз? Хе-хе. Ну это с пипец со снайперки нужно было потратиться. О-о-о-о-о. Отошел. Ай-яй-яй. Не. На, здоровяк тоже вижу, расплавился. Только на него потратил, и из него даже ничего не выпало. Класс. Вообще ничего не дали. Здоровяка.
И замечешь, что стелс, походу, здесь не работает, только на людях работает. Потому что эти твари меня сразу замечают. Манать! А вот этот, мне кажется, будет побольше, чем тот. Намного больше того друга. Можно пройти? Там что-то было стоять? Или мне показалось? Мне показалось. Ладно, дробовик в руки, погнали. А, меня засыпало. Зараза. Блять, я думал, мне показалось. Лежать. Пипец. Еще где? О! Лежать. Замечу, что у меня патроны не заканчиваются. Это баг? А, не, не баг. Ну, теперь вы знаете тактику, как сделать так, чтобы вас не убили в закрытом помещении. Ты что, офигел? Офигел? Проход открылся. Меня бесит, когда они растворяются. Ай. Вот поэтому я говорю, мы только будем идти по сюжету. Все в порядке. Странно. Повесть о двух бандитах, которую, конечно же, не смогу прочесть. Дробовик возьми. Нужно идти и внимательно смотреть. Бля, ребят, из-за того, что я уже игру как бы... Так как я игру уже начал проходить... Я это пройду до конца. Боже, мне они даже не дают поменять на оружие мое. Мегаполис. Миксом. О, вон, хоспитал. Что же урчит такое? Техника? Но это слишком предсказуемо, если я пойду сюда вниз.
Или нет? А я фиг знаю, куда идти. Потому что если я пойду туда, в принципе, туда может быть и нужно идти. Но в больнице с этой стороны. А если меня сейчас завалит? Не. Аккумуляторы зато заработали какие-то. Может, это от холодильника звук такой? О! Да, оптимизация, GG. Это на самом деле первая игра, которая херово оптимизирована. Я понимаю, что сейчас будет жопа. Куда в угол спрячусь? Я могу вернуться назад, я так думал. Ну за что? За что? За что? За что? Ну перезаряди свою друндылю, блядь. Отъебись. Наконец-то! Мне бесит маленький вообще нас посрать. Ты че, херел? На маленьких вообще посрать, а большие это такие танкующие хири. Так, пойдем, уже серию должны закончить. Это что же 30? Давайте, я думаю, немного вам походим. Хотя можно уже заканчивать на самом-то деле. Может, серьезно закончить. Ни хрена, откуда ты вылез, малой. О-о, что мне показалось. Да, давайте, наверное, вот этой херне переночуем, то есть закончим на этом серию. Могу я сохраниться? Могу я сохраниться, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.